Как приятно вновь видеть вас в этом зале, почувствовать теплоту искренности всех тех, кто пришел на встречу с прекрасным. Вас, наши дорогие, горячо любимые зрители. Здравствуйте! 2017 год объявлен в России годом экологии. И, по нашему мнению, беречь природу – это жить с ней в гармонии, уметь слышать ее, уметь видеть все живое, как равное нам, радоваться каждой травинке, дереву, животным и птицам, солнцу и небу. Вглядывайтесь в них внимательными глазами и добрым сердцем. И тогда откроется для вас волшебный мир звуков и мелодии. Откроется мир музыки. И мы приглашаем вас сегодня в этот прекрасный, чудесный мир. Дорогие друзья, концертную программу «В гармонии с природой» открывает губернаторская симфоническая капелла. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Каширский. «Гляжу в озера синие». Так называется наша первая композиция, которую исполняет солистка губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафикова. Жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя.
милее подарка, чем букетик скромных милых ландышей. А в нашей программе для вас звучит песня композитора Оскара Фельдсмана «Ландыши». Для вас поет солистка губернаторской симфонической капеллы, лауреат международных конкурсов и фестивалей Ирина Кердинская. Осиповича Дунаевского, который для вас исполнит очаровательный дуэт Ольга Андреева и Гульсина Рафикова. Счастье жизни любить.
детские поля и луга, а на них маленькие русские добрые деревеньки. А там своя жизнь, а там именно про такую картинку оперетта «Бабий бунт» и задорная песня «Николки», которую для вас исполнит Сергей Митрофанов. Для вас поют Ирина Кердинская и Сергей Митрофанов. Yeah.
увидел вас, и сразу я почувствовал, что город здесь хороший и простой. Я скажу вам без утайки, знаю, что вы здесь. Вы не упоминайте, комплименты говорить. Сады цветут. Горы в алмазном сиянии лугов, а на них цветы из альпийских лугов. Красивые, правда ли? И все эти пейзажи выходной арии Сильвы из оперетты Имре Кальмана. Сильва для вас поет Екатерина Андреева. Thank you.
человечество и природа соединились воедино в прекрасном произведении композитора Пахмутова на стихи Добронравова «Русский вальс», который для вас исполнит солист губернаторской симфонической капеллы Степан Волков. Браво!
Любовь шампанская заходы и руки, как упоительный красивый вечера. Как упоительный в России вечера. На том и это.